Партнер рубрики – компания «Янта». «Янта» – есть вкусно! Аппетитного настроения есть напитки, которые, судя по рекламе, окрыляют. Однако частое употребление энергетиков может вызвать гипертонию и бессонницу. Они очень калорийны и способны вместо крыльев переделать вам толстый животик или второй подбородок. Предлагаю окрылиться другим способом, как подскажет старший повар таверны капитан Флинт Анастасия Семина. Крылья предварительно нужно разморозить, обработать, порезать. Резать по суставам, чтобы получились аккуратные кусочки. Их Анастасия маринует в креветочном соевом соусе. Ну, это как вместо соли. Не солим, добавляем соевый соус. Можно посолить. Берем кетчуп Янта для маринования наших крылышек. Кетчуп грузинский от Янты оптимален из-за национальных специй, которые в его составе. Кто любит поострее, не забудьте про красный перец. Маринуем минимум хотя бы полчаса, а лучше сутки. В духовке куриные крылья должны провести 15-20 минут при температуре 190 градусов. Многие хозяйки редко пользуются духовкой, предполагая, что с ней слишком много хлопот. Однако доказано, что именно блюда из духовки наиболее полезны, ведь румяная корочка получается без масла и нудного дежурства у сковороды. Блюда из духовки выглядят так, будто женщина полдня провела на кухне, хотя на самом деле это заняло от силы 10 минут приготовления. Только мужчинам не говорите. Небольшие секреты. Постное мясо нужно смазать растительным маслом, а жирное – полить водой. Причем последнее с самого начала ставится в очень горячую духовку, градусов на 230, а затем температура понижается до 130-175. Кстати, запекать можно не только в открытом виде, но и в кулинарной фольге. Смазываем сверху маслом готовые крылья, чтобы блестели цвет. В качестве соуса можно подать готовую аджику острую от Янты. Наше блюдо готово. Приятного аппетита и приходите к нам. Многие главным недостатком куриного мяса считают шкурку, содержащую много жировой ткани. К тому же в ней скапливаются разные вредные вещества. Однако диетологи щадят шкурку крылышек. Там она не жирная, поэтому их рекомендуют даже для диетического питания. Для приготовления куриных крыльев «Нас не догонят» возьмите 400 граммов крылышек, 3 столовые ложки кетчупа грузинский от Янты, 20 мл креветочного соевого соуса, красный перец и аджику острую от Янты по вкусу. Партнер рубрики – компания «Янта». «Янта» – есть вкусно!